Не знаете, чем порадовать своих близких? Идеи никак не приходят в голову, мы знаем, где вам помогут. Различные акции на подарочные наборы и другие полезные покупки. Атрибутика для автомобиля и инструменты для вашего защитника, или же косметика и уютные вещи для любимой хозяюшки. Все это может не только поднять настроение, но и сделать жизнь проще и веселее. Даже самый требовательный покупатель сможет найти для себя нужную вещицу. До праздников еще далеко, но уже сейчас можно выбрать подарки как для защитников Отечества, так и для прекрасных дам. Длинные полки с широким ассортиментом помогут удовлетворить потребности любого. Главное, чтобы вам хватило на это фантазии. Стоит обратить внимание на новое поступление косметики от производителей Японии, Индии, Кореи и Таиланда. Приятная маска для лица, крем для рук или омолаживающие патчи. Это не просто южное тепло, но еще и новый уровень красоты и здоровья. А маленьких сорванцов засыпать подарками можно, не дожидаясь подходящего повода. 23 февраля и 8 марта – праздники не только для мужчин и женщин, но и для подрастающего поколения. Детям тоже можно выбрать что-нибудь нужное и полезное. Увидели желтый ценник, значит, удача на вашей стороне. Снижение стоимости без потери качества позволит сэкономить бюджет и приобрести много полезного для себя и своих близких. В магазине Home Market большое количество товаров для вашего дома, дачи и отдыха. А именно, бытовая химия, посуда, предметы для домашних животных и текстиль. И еще тысяча различных полезных вещей, которым непременно найдется место в вашем доме. Стоит только прийти в магазин, и сразу становится понятно, что экономить вместе с Home Market легко. Виктор Соловьев, Владимир Николаев, ЗапТВ.